Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описание картин. Альбрехт Дюрер, Немезид, около 1501-1502 года, гравюра на меди 33x23. Дюрер был первым художником Северного Возрождения, перенявшим точку зрения итальянцев, говорившим о том, что изобразительное искусство принадлежит гуманитарным наукам. Он постоянно совершенствовал свои интеллектуальные и творческие познания, сумел освоить множество графических техник. Гравюра на меди является одной из его излюбленных. В ней он смог воплотить свое тяготение к ясности линий, богатству пластических форм и светотеневых переходов, передаче всего многообразия материального мира. Видим Немезиду, богиню справедливости и возмездия. Согласно древнегреческой мифологии, ее функция не только неминуемое мщение и наказание, сколько слежение за справедливостью, распределение благ среди людей. Она выступает как могущественная богиня природы, осуществляющая божественную волю. Немезида изображена крылатой, балансирующей на шаре, что символизирует неустойчивость, изменчивость судьбы. В одной руке у нее уздечка и плеть, означающая обуздание гордыни и наказание. В другой – роскошный кубок, награда заслужившим его. Богиня изображена парящей над местечком Клаузен в Южном Тироле, переданным с топографической точностью. Ее застывшая грозная фигура как бы противопоставляется обыденной жизни маленького провинциального городка. Вот такое описание нашел в картине Немезида «Великое счастье» Альбрехта Дюрера. Около 1501-1502 года, гравюра на меди. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».